Сьогодні на першій шпальті. Підсумки і прогнози. Чим запам'ятався рік минулий і що чекає на українську економіку у році наступному? Проблема року. Що іще, окрім війни, стало головним гальмом для України? Я з бізнесу, я довіряю цифрам, довіряю балансам. Герой року. Як розпочати свій бізнес і домогтися успіху? Досвід людини, яка пройшла війну. Після війни я вже зрозумів, що страхів вже таких не залишилось. І залишилось тільки єдине навчитися і зробити. Ну і ще одне. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур пропонує вашій увазі рейтинг найтупіших економічних рішень 2015 року. В окруженні цих громадних зданий Кабінету міністрів з одної сторони і Комітету Верховної Ради з другої сторони, як-то по-особенно відчуваєш проблему, з якою українці прожили цілий рік. З усіх сторон на них давлять чиновники-корупціонери, засівши в високих кабінетах влади. К сожалению, почти через два года после того, как Виктор Янукович и его так называемая «семья» покинули страну, в Украине и в управлении ее предприятиями мало что изменилось. Кожен дорослий українець добре уявляє, хто офіційно керує нашою країною – президент, Кабмін та парламент. Принаймні так мало би бути у нормальній європейській державі. Але в Україні є ще й інші керівники. Нещодавно видання «Нове время» назвало цих людей «сірими кардиналами». Депутати Андрій Іванчук, Ігор Кононенко і Микола Мартиненко стали основою неформального клубу, який контролює багато важливих рішень Україні та її фінансові потоки. 23 вересня 2015 року. Проблема полягає в тому, що від цього в нас з вами крадуть наші гроші. Тому що є єдина ціль – впливати на призначення своїх людей на держмонополію або велике держпідприємство. Те, що в Україні крадуть, уже давно не новина. Просто подібний стан речей став відверто дратувати людей, зважаючи на те, що рік тому відбулося перезавантаження влади. Ви ж не можете собі уявити, що генеральним директором, чи, як кажуть, в західному світі CEO Кока-Коли чи Apple була людина, яка призначена за партійною квотою. Саме тому ці компанії, західні компанії, великі міжнародні компанії, як і багато великих українських приватних компаній, вони створюють вартість. Звичайно, є певні відмінності між приватними компаніями та державними, але головне завдання компанії – створювати вартість. Якщо компанія не створює вартості, то її повинно необхідно ліквідувати. Чи можна вирішити цю проблему? Можна. І дуже просто. Можна как можно решительнее, как можно прозрачнее, как можно быстрее продать 95% компаний, которые находятся сейчас в собственности государства и служат кормушками или свиньями-копилками для политических проектов. Если вы не можете нормально управлять или поставить туда новых менеджеров по тем или иным причинам, там низкие зарплаты или что-то еще, но если у вас не получается по любым причинам, тогда продайте эффективному собственнику и пусть он этим занимается. Найцікавіше, що і президент, і прем'єр-міністр від самого початку однозначно висловлювалися за приватизацію. Зокрема, говорилося про продаж Одеського припортового заводу, «Центренерго» та «Укрспирту». Утім, вони й досі перебувають на балансі держави, і цей факт викликає безліч запитань. Відповіді на них мусить знати один із тих самих «сірих кардиналів» – найближчий друг та бізнес-партнер президента Петра Порошенка – народний депутат Ігор Кононенко. Ексклюзив першої шпальти. Смотрите, у меня к вам для вас есть одна цитата. Я позволю себе читать. Виталій Шабунін сказав, он объясняет, рассказывает о ситуации, которая вообще сложилась в сфере держмонополии. Взагалі. Ви ставите своего керівника держмонополії або великого держпідприємства. Після цього цей керівник направляє фінансові потоки на потрібні вам компанії. Від цього ви отримаєте корупційну маржу, а в компанії відмиваються гроші. Інша схема – таким фіктивним або завищеним закупівлями створюється кредиторська заборгованість, і компанія просто переходить або частково, або найжирніші куски у власність того, хто нібито давав гроші або кому винна ця держкомпанія або монополія. У мене от такий вопрос к вам буде. До каких пор это, в общем-то, будет продолжаться? Ну, вы знаете, я бы говорил о другом. Государство – плохой собственник и плохой менеджер. Еще лучше приватизация, согласен. Это касается как государства в целом, государственного института, так и
муниципальной власти, да, потому что мы знаем, что очень много собственности находится непосредственно в собственности там, местных общин, то есть и большой раздел муниципальной собственности. Вот. Я сторонник радикальной приватизации и продажи максимального количества предприятий в частные руки. Все-таки прозвучали довольно серьезные обвинения, что там на детском припортовом заводе заключаются контракты, невыгодные для государства. Вы как представитель очень влиятельной политической силы, вы вникали в эту ситуацию? Да, безусловно. И ваше видение, что там происходит? Еще раз говорю, я из бизнеса, я доверяю цифрам, да. Доверяю балансам. Я поднял балансы припортового завода за последние 5 лет. И увидел, что последние 4 квартала завод впервые стал прибыльным за последние 4 года. После этого у меня, честно говоря, вопросов к руководителю припортового завода не стало. Я еще хотел бы попросить вас прокомментировать один факт, который не факт, вернее, это информацию, которая вышла в прессе. Она касается того, что Демчишина системный конфликт с ДТЭКом, компания Рената Ахметова. И при этом говорят, что вроде бы, как у вас, тоже конфликт с ДТЭКом, потому что там есть компания «Нефтегаздобыча», которая сейчас принадлежит ДТЭКу, когда-то принадлежала вам и Петру Алексеевичу Порошенко, но потом ее забрали у вас. Ну, так пишут. И поэтому вроде как вы хотите ее вернуть, ДТЭК или Ахметов там не соглашается, и поэтому у вас такая идет глобальная, как рассказывают, заруба, да? И Демчишин тут как бы помогает вам валить ДТЭК. Как вы можете прокомментировать такие вещи? У меня лично никаких конфликтов нет. Вот. Ни с ДТЭКом, ни с кем бы то ни было. Что касается, ну тут уже не работа Демчишина, кстати, мы немножко, вот и у нас не совсем разбирается. Вопрос взаимодействия не только с ДТЭКом, а с большим бизнесом, который работает в топливно-энергетическом комплексе и в энергетике, это и Облэнерго, это и генерирующие мощности, это формирование тарифа, да, это НКРЕ. А с нефтегазодобычей может все-таки прояснить ситуацию? Ну, действительно, когда-то давно в группе там был такой актив, да, вот. Правда, что вас просто забрали его рейдерским путем? Да. Рудьковский и Шуфрич. Действительно его забрали рейдерским путем. Ну, честно говоря, я на сегодняшний день, с учетом, что прошло так много времени, там какой-то судебной перспективы его возврата не вижу. Первая позиция, вторая позиция. Если мы, там, допустим, сегодня будем это делать, то с учетом политических позиций там, нас со всех сторон обвинят. Я хотел бы коснуться вопроса Петра Порошенко. Дело в том, что часто критикуют его за то, что у него есть там роскошный загородный особняк, да, там Порошенко ему принадлежит, да, шоколадные фабрики, что это не очень похоже на современную политику европейской демократической страны. Как вы это оцениваете? Что касается активов, то президент пришел, стал президентом, он пришел из бизнеса, да, об этом все знали. Народ Украины голосовал за президента. Народ Украины видел активы, видел декларацию. Да, есть обязательство президента там продать свои активы. Он это публично заявил. Он подписал договор, не помню название, но с какой-то... Да, с известной компанией. На сегодняшний день процесс этот идет. Но это действительно корпорация Роше, это большой бизнес, я не знаю, это сотни миллионов долларов стоимость. Ну, такой бизнес, первое, быстро не продается, второе, в условиях, мягко говоря, нестабильности в нашей стране и там стагнации экономики, любой бизнес продать достаточно сложно. Это интересно, потому что ОПЗ пытается продать, а его бизнес не продается. Одно дело, когда продается там государственное предприятие и есть, идеология его продажи, может быть, там не за супер максимальную цену, но передать в руки эффективного собственника, который увеличит рабочие места, уплата налогов, все это логика государства. Логика частного владельца, она все-таки другая. Частный владелец, когда продает эффективный бизнес, который приносит прибыль на сегодняшний день, все-таки получить за него максимальную цену. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. «Перша шпальта» представляє топ-5 подій в економіці 2015 року.
Всеобщее обнищание. Конечно, мы можем посчитать, насколько упал ВВП, насколько снизился экспорт из Украины, но самый главный индикатор – цены, а также обесценивание нашей гривны. В прошлом году у нас было 15 гривен за доллар, в этом 25. Этим все сказано. У нас есть конфликт на Востоке, мы потеряли серьезную часть экономики с аннексией Крыма и с проблемами на Востоке страны. Это промышленная часть, поэтому значительное падение обусловлено этим. А с другой стороны, падение спроса на биржевые товары, как то на металлы, в том числе и на сельхозпродукцию, то есть здесь мы тоже потеряли значительную часть. Ну и третий фактор, о котором уже все говорят достаточно открыто, это наши внутренние проблемы, это коррупция и отсутствие правильного управления в стране. Еще в 2013 году в Украину было импортировано 33 миллиарда кубов газа, причем из них 2 миллиарда из Европы и 31 миллиард прямо из Москвы, из России, Газпромом. Что касается этого года, то мы импортируем всего лишь 16 миллиардов кубов газа, с которых «Газпрома» будет закуплено только 6 миллиардов кубов. И 10 миллиардов кубов мы купим в Европе. Впервые объем европейского газа значительно превысил объем того, который мы закупаем у России. Можно прожить без «Газпрома», можно прожить без России, и Москву тоже можно победить. На сегодняшний день больше 16 миллиардов кубометров газа накопичено в підземних газових сховищах. І це, в принципі, дає змогу пройти опалювальний сезон. Проваленная налоговая реформа. Полгода Министерство финансов и парламент решали, кому же они хотят больше угодить – Международному валютному фонду или всем предпринимателям страны. В итоге желание получить очередной транш из США победило. И бизнес в новом году будет жить по тем же правилам, что и раньше. Я оцениваю проект Минфиновской налоговой реформы как крайне негативный. То есть он не построен на принципах либеральности, на принципах развития предпринимательства, построен на принципах компенсаторов. В этом году в Украине провалилась и приватизация, и реприватизация. Насчет приватизации все понятно, у нас должны были быть очень большие поступления от нее, ничего не пришло. И главная проблема в том, что на потоках сели люди, близкие к нынешней власти. Что касается реприватизации, то это очень хорошо, на самом деле, я считаю, что она провалилась. По одной простой причине, потому что если начинают забирать все то, что сделали, неправильно было приватизировано в прошлые годы, то в конце концов вообще никто не придет и не купит ничего нового. Днепроэнерго и Западэнерго в свое время, в 2013 году, были проданы по 110 долларов за киловатт. Если исходить из того, что правительство Яценюка заявляет, что справедливая стоимость Центрэнерго, которая до сих пор является в собственности государства, является где-то 200 миллионов долларов, то мы приходим к тому, что стоимость одного установленного мощности, киловатта мощности на Центрэнерго будет составлять где-то 45 долларов. То есть забрать у предыдущего инвестора, заплатить ему из бюджета 110 долларов и потом продать за 45, ну, во-первых, никто политически это не поймет, а во-вторых, это реально преступление перед народом и недобор бюджета. Большая банковская стирка. Итог этого года – минус 60 кредитных учреждений на банковском рынке. Хорошо это или плохо, сказать сложно. Но мне лично кажется, что это совсем неплохо, если плохие банки уходят, а у нас остаются только те, кому можем доверять. Проблеми в банковской системе накопичувалися в переважній більшості банків, які зараз є нашими підопічними, так? Накопичувалися не в 14-му, не в 15-му році, а навіть не в 13-му, не в 12-му. Так? Вони тягнуться там багато-багато років, просто керівництво у нас банку, воно мінялося, але політичної волі на те, щоб щось робити з банковською системою, просто не було. Так? Но треба нам віддати належність цій команді, їм вистачило сили волі, так, і вистачило впертості для того, щоб цю справу довести до якогось логічного завершення, принаймні щодо першої і другої групи. Так? Дивіться далі. Герой року. Як розпочати свій бізнес і домогтися успіху. Досвід людини, яка пройшла війну. После войны я уже понял, что страхов уже таких не осталось. И осталось только единственное научиться и сделать. Ну и еще одно. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур пропонує вашій увазі рейтинг найтупіших економічних рішень 2015 року. Перша шпальта представляє топ-5 економічних прогнозів на наступний рік. Найближчого року українська економіка
почне зростати. Я впевнений, що зростання буде, але темпи зростання будуть не більше, ніж 3%. Я бы не ожидал серьезного роста притока прямых иностранных инвестиций. Если по итогам 2015 года они будут находиться в объеме, там, скажем, около 1,5 миллиарда долларов, то следующий год, ну, можно было бы ожидать, там, скажем, 2-2,5 миллиарда при неплохом раскладе. Базовый прогноз, на который все опираются, это то, что курс будет колебаться в пределах 24-25 гривен за доллар. То есть это примерно 2-6% девальвации текущего уровня на межбанке 23,5 гривен. Но в случае, если реформы затормозятся, не будет увиден прогресс, а ситуация на внешних рынках ухудшится, то мы увидим на межбанке 27 гривен за доллар. Опасаться более сильного падения гривны пока нет оснований. Скорее всего, что цены на руду расти не будут. У нас есть переизбыток предложения, производство стали в Китае падает. Мы ожидаем, что цены будут находиться где-то в диапазоне 40-45 долларов. За нашими оцінками, ціни на пшеницю і на ячмінь будуть зростати. Ціни на кукурудзу вони будуть залишатися відносно в своєму ж діапазоні, в тому, який вони знаходяться зараз. До 10% може бути по пшениці. А по ячменю це буде відсотків до 7-8, а ну, кукурудза стабільна. В этом году Россия нанесла ряд мощнейших ударов по украинской экономике. Одна из главных проблем – это то, что внутренний российский рынок был закрыт для украинских товаров по политическим мотивам, и именно поэтому мы потеряли 32% от общего объема экспорта. Еще одна проблема – это уничтожение России и украинской промышленности на Донбассе, что привело к резкому падению ВВП и как следствие к обнищанию населения. Однако главная проблема, которую принесла эта война, это убитые и раненые солдаты. Тем из них, которые выйдут из этого госпиталя, предстоит начать жизнь снова. А если вернее сказать, то начать новую жизнь. По результатам года мы будем иметь падение экономики процентов на 11. Вот. Из этой суммы около 4-5% это просто потеря территории. Это прямой эффект от конфликта на Востоке. Вот. Но, конечно, был очень сильный и непрямой эффект, потому что, понятно, что никто не инвестировал в такой ситуации. Потребление падало, плюс реформы приходилось проводить сложные. Потеря большей части ВВП из-за войны с Россией ставит перед нами довольно серьезную проблему. Во-первых, как восстановить экономику. Во-вторых, и самое главное, как занять громадное количество людей, которое осталось без работы, которое пришло с фронта. Выходом могло бы стать развитие мелкого и среднего бизнеса, появление разного рода магазинов, мелких производств, кафе и так далее. Власне, подібним шляхом пішла Туреччина, у якій, починаючи від 1990 року, обсяг внутрішнього валового продукту зріс у 4 рази саме за рахунок компаній середньої ланки. Головна проблема в Україні з середнім бізнесом. Тому що якщо малий бізнес захищає спрощену систему оподаткування, то з середнім бізнесом якраз ці проблеми є. Тому що середній бізнес, з одного боку, він вже стає, ну, тобто він з'являється в полі зору різноманітних державних органів. Відповідно, його стосуються всі проблеми, які пов'язані з корупцією. Розвиток підприємництва дозволить вирішити ще одну проблему – дати воїнам, які повертаються із зони АТО, нову роботу. Тим більше, що сьогодні достатньо охочих допомогти їм розпочати власну справу. І ми навіть маємо програму, яка займається всякими соціальними підприємствами, де вони хотіли заложити власні підприємства, ми б їм допомогли, ми б надали пільгові кредити, ми б їм дали відповідний вишкіл. Справжніми героями року стали люди, які, повернувшися з зони бойових дій, змогли відшукати своє місце у мирному житті. Один з таких – Леонід Остальцов, який відкрив піцерію у столиці. У ній ми і зустрілися. Ексклюзив першої шпальти. Первый вопрос такой, я хотел бы, чтобы вы рассказали немного о своей истории, то есть когда вы пошли воевать, там был призыв или добровольческий какой-то батальон, и, собственно говоря, где воевали, как долго? Я сам пошел, попросился в военкомате после того, как сбили самолет Ил-76. Вот. Я не успел на первую волну мобилизации, мне отказали, я дал свои данные, сказал сразу же звонить. Вот. И где-то через месяца полтора уже мне пришла повестка, вот, я рванул, короче. По распределению попал в пехотное подразделение, в 30-ю бригаду, в 1-й батальон. Вот. Выполняли самые разные задачи, начиная от рейдовых, выполняли задачи в тылу противника, выводили несколько бригад из окружения, сами были в окружении. Принимал участие в активных боевых действиях около 3 месяцев. Был в Песках, прошел всю линию тыла противника,
в течение 2 месяцев в составе вот нашей группы с 95-й бригадой, с 13-м батальоном. Потом еще была Луганская область, была Арабатская стрелка с москалями. Мы стояли прямо напротив друг друга, там 300 метров. Отжали у них газораспределительную станцию, которую они у нас незаконно заняли. Вот. Ну, в принципе, и все, и дембель. Когда пришли обратно, вот, какие были ощущения вот после этого? Тут жизнь вроде как мирная, а что здесь? Ну, я не скажу, что было что-то особенное, просто было некомфортно, потому что на войне живешь одним днем. Ну, там нет момента типа, а что будем хавать завтра, а что будем делать завтра. У нас есть только здесь и сейчас, и мы этим пользуемся. Кушаем мы сейчас, курим мы сейчас, думаем мы сейчас. И позиции мы себе роем тоже на сейчас. Тем более задачи, которые выполнял мой батальон, в который мы попали с самого начала, мы зашли на территорию противника и начали выполнять рейдовое задание по зачистке населенных пунктов, по засадам и мобильным блокпостам. То есть у нас были задачи, которые подразумевали, что мы приехали, наваляли и уехали. Ну, я не скажу, что было там типа пипец. Нет, нифига. Ну, друзья, знакомые, первые пару недель все нормально, хавал, спал. Мне повезло, мне позвонил один тип, это Жора из 95-й бригады, он порекомендовал, он говорит, я типа хочу создать союз ветеранов, давай со мной. Я подумал, почему бы и нет, ну типа, все равно не меняется, да, надо попробовать поменять что-то самому. Я приехал на встречу, мы поговорили, обсудили, и на следующий день мы начали работу проводить, то есть началось оформление организации, потом обратились в социальную службу, пришли к ним в центральную, там есть Людмила, самое главное, говорим, мы хотим союз ветеранов, но не знаем, что делать. Она устроила нам тренинг по стратегическому планированию двухдневный. Проводил Рустам Бахтыев, классный тип. На этом тренинге мы разработали концепцию нашей работы, выработали принципы нашей работы, нашей организации. Вот, и, грубо говоря, ну, начали работу проводить. Там я пошел в центр занятости, стал, потому что я хотел открыть пиццерию, но я не знал, что как. Мой первый бизнес-план был написан на 2 листиках, вырванных из тетрадки. Я радовался, я думал, у меня уже все есть, я сейчас по инвестору искать. Хотя тогда даже не знал слова инвестор. Думал, сейчас найду чувака, он даст мне денег, и я ебаю пиццерию. Ну, прошел обучение, тоже в центре занятости было не все так легко, как я думал. Там есть и тесты психологические на предпринимательскую активность, там и т.д., и т.п., и обучение для меня там давалось не очень легко, потому что с цифрами, ну, не особо. Вот, жена мне очень сильно помогала. Создавал я этот бизнес-план, параллельно работал в Союзе ветеранов, занимался социальной работой, как бы мне очень нравилось. Насколько было вообще, в принципе, сложно открыть свое дело? Что для этого потребовалось? И самое главное, насколько это было сложно открыть даже, ну, и материально, физически тоже, но еще и психологически? Ну, до войны я тоже думал, что, типа, я там хочу пиццерию, но, ну, я стремался, мне было страшно. Ну, как обычные страхи предпринимателя, ну, я так думаю себе, да, что каждый предприниматель боится рисковать. Потому что, вкладывая деньги во что-то, есть возможность, что ты их потеряешь, да? Вот, я тоже очень сильно переживал об этом, тем более, что денег у меня не было. И я знал по-любому, что я буду искать кого-то и приходить к кому-то со своей идеей. Я до войны работал длительное время пиццейола. Вот. Меня учил человек, который сейчас является моим напарником здесь. Он тоже воевал только в Национальной гвардии, Рафаил. Я знал, что у меня получается, потому что я люблю это дело. Ни больше, ни меньше. Я проводил мастер-классы для детей, для взрослых. Там, принимал участие во всяких фестивалях еды разных. И, блин, после войны я уже понял, что страхов уже таких, как таковых, не осталось. И осталось только единственное — научиться и сделать. Все. Как бы на этом можно заканчивать и стартовать уже по делу. Личный совет. Я для себя, я что-то делал. Я не могу прожить день, чтобы что-то не сделать. Мне нужно сходить на тренировку. Мне нужно кому-то помочь. Там, да? Ну, банально. Что-то банальное до ужаса. Но просто чем-то заниматься. Обязательно. Действие. Ну, сугубо вот просто действие. Действие. Можно даже без цели. Я не говорю, что он ставил себе цель, замутить крутую. Ни хрена. Я просто хотел открыть пиццерию. Вот просто хотел. Я просто хотел стоять, готовить, но работая при этом на себя. Потому что я знаю, как классно готовить. Ну, я умею делать крутую пиццу. Ну и как дело идет? Я в шоке. Сколько народу приходит? Да фига. Я сплю здесь. Очень много людей. Я не знаю почему, но всем очень понравился мой проект. Я не рассчитывал, что так будет. Этот бокал наполовину полный, наполовину пуст. Собственно, об этом же и главный вопрос, который мучил весь год, практически всю страну. Что это было? Зрада чи перемога? Безперечно, позитивні зрушення відчуваються. Я нічого не заметил.
год, который остается за плечами, 2015 год, все равно был годом успешным. Хотим пожелать, чтобы он вошел в память как абсолютное дно, и снизу, чтобы никогда не стучали. В этом году радует только динамика развития IT-сектора, которая может изменить всю экономику Украины. IT-индустрия 2015-го выросла на 13%. Но для меня важный показатель – это больше людей хочет уехать из Украины или больше хочет приехать в Украину. Пока, к сожалению, больше хочет уехать. МАУ в 2015 году на 25% увеличила свои объемы и вышла на уровень прибыли. Это победа. Экономика зупинила падіння. Фінанси навели лад. І це є наша перемога. Очень маленький процент ожиданий реализовался, поэтому в целом назвал, конечно, зрадой. Я считаю, 2015 год – это победа в Украине. Это однозначный поворот в сторону европейских ценностей. В целом я вважаю, что это перемога. И будет больше перемог на майбутньому. Конечно же, хотелось бы больше усилий видеть со стороны правительства для того, чтобы сказать, что это четкая победа. Те, що ми взагалі говоримо про, ставимо перед собою питання зрада чи перемога, на мій погляд, це вже є перемога. Тобто ми можемо вільно обговорювати ті проблеми, які є у нас в країні. Я в шутку називаю цей год унікальним стечением неблагоприятних обстоятельств. Но чем сложнее обстоятельства, тем ценнее победы. Что касается вообще экономики Украины, то, к сожалению, я более склоняюсь к тому, что небольшая зрада все-таки произошла. Потому что достигнуть удалось, к сожалению, совсем не того, что ожидал народ и вообще общество Украины. 2015-й – це був рік важких і складних змін, але я вважаю, що ми вже багато чого досягли. Як казав Любомир Гузар, 1 грудня 2013 року на Майдані, коли зібралися мільйони. Працюйте так, ніби все залежить від вас. І моліться так, ніби все залежить від Бога. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур пропонує вашій увазі рейтинг найтупіших економічних рішень 2015 року. Ми довго думали, як би відзначити певну категорію економічних рішень. Щоб з одного боку, наче і звернути увагу, що ці рішення були не зовсім вдалими, і з іншого боку, щоб не образити тих, хто приймав ці рішення. Ми сумнівалися, а потім вирішили не цяцькатися і склали рейтинг «Найтупіші економічні рішення 2015 року». До перших трьох місць ми доберемось трошки пізніше, а спершу визначимо тих, кому от стілечки не вистачило, щоб потрапити у рейтинг найтупіших економічних рішень 2015 року. По-перше, це Нацбанк за обвал курсу гривні. По-друге, це Міністерство фінансів. Вони внесли ряд змін у податковий кодекс, і тепер експерти вважають його похоронним для українського бізнесу. І до рейтингу. Третє місце Володимир Путін отримує за розвал російської економіки. Дякуємо вам, пане Путін, за те, що нас радуєте у такі складні часи. За третє місце ви отримуєте точилку для олівців. Відправте, будь ласка, у Кремль і напишіть на конверті «Тільки для олівців». А то ж Путін як дитина пхає носа, куди несли, та потім дується. Друге місце займає «Укрзалізниця» за рішення підвищувати тариф. Вони перемогли завдяки наступній логіці. Щоб постійно більше заробляти, треба постійно підвищувати ціни. За друге місце у рейтингу «Найтупіші економічні рішення 2015 року» «Укрзалізниця» отримає точильний камінь. Точіть рішення перед тим, як їх приймати. Що, знаєте, не треба вам ніякого каменю, об рельсу точіть. І перше місце у Міністерства енергетики! Вони продавали електроенергію у Крим, в результаті чого в Україні ставався дефіцит електроенергії, і нам доводилось купувати електроенергію у Росії. Це б нічого, якби ми на цьому гроші заробили. А ми ще й прогоріли, і у нас збитки! І за перше місце Міністерство енергетики ми даруємо точильний верстат! Ну, у
ваші рішення гострішими він не зробить, але хоч руки займете. Це був рейтинг найтупіших економічних рішень 2015 року. Бажаємо вам, щоб у наступному році нам не було з чого складати такий рейтинг.